Из бумаги, ткани и мишуры такие новогодние елки к празднику подготовили ученики Красноармейской многопрофильной гимназии. Поделки из экологически чистых материалов. Каждый класс представил свой вариант новогоднего дерева. Главное условие было не использовать натуральные хвойные деревья. Такую акцию в учебном заведении проводят несколько лет подряд. Ее цель – уберечь от вырубки живые ели. Нам было интересно участвовать, потому что сейчас стоит очень актуальная проблема вырубки леса, в особенности сосновых и еловых лесов. Эту елку мы сделали из широких ленточек фатина. Их надо прошить ниткой и просто нанизывать, как шашлык. Я сделала елку из бумаги и склеила клеем пистолета и украсила звездочками. Я сделала ее из бисера. Ну, на это пошло где-то 2 или 3 недели. Мы эту елку делали с трудом. Мы брали ватман и сделали его в конус. Потом обматывали его дождиком и украсили некоторыми игрушками новогодними. Это было, конечно, немножко сложно, но зато интересно.